Прямая линия для жителей столицы Колымы состоялась в мэрии Магадана. В связи с тяжелой эпидобстановкой такое мероприятие для граждан проходит 2 раза в месяц. Ее провел первый заместитель мэра Александр Малашевский. По телефону он ответил на все вопросы, которые задали ему жители областного центра. Немало вопросов касались уборки снега. Например, сотрудница художественного салона обратилась в мэрию Магадана с просьбой. Возле ее работы нужно убрать гору снега, потому что пешеходы и сотрудники не могут там пройти. По плану этот соскладированные снежные кучи вывозятся. И эта куча будет вывезена, можете не переживать. У меня к вам только один вопрос. Вы проживаете на Нарабчатова, а к этому художественному салону вы какое отношение имеете? Работаем. А, работаете. Понятно. Угу. Хорошо. Угу. По словам специалистов, город основательно подготовлен к снегопадам. К работам подготовлено и отремонтировано необходимое количество техники. Она активно уже введена в работу по расчистке дорог, тротуаров и придомовых территорий. Песок и противогололедные материалы заготовлены в необходимом количестве и нашим предприятием «Гелут» и комбинатом зеленого хозяйства. Активно вышла во дворы и снегоочистительная техника, которую наняла управляющая компания ООО «Уютный дом». Ее сотрудники уже провели очистку по 10 адресам Магадана. Выпали обильные осадки, соответственно, принимаем меры. Чистим территории, начали с центра. Сейчас планируем 2-3 дня полностью жилфонд пройти. Расчистку крылец проводят дворники управляющей компании «Уютный дом» согласно графику уборки. После расчистки дворовой территории дворники расчистят подходы к подъездам. В случае необходимости имеются антигололедные присыпки, подсыпка песком. Управляющая компания «Уютный дом» примет все меры, чтобы жителям было комфортно, отметил Дмитрий Димаков.